саламатсыңарбы бүгүн мына жогорку кеңеште кой таш боюнча комиссиянын жыйынтыгы угузулду бул масштаб жалаң эле кыргызстан үчүн эмес бүт евразияга жетти орыс орус тилинде жазылыптыр анан кейін жана особый мнение деге бар орыс тілінде орус тилинде жазылыптыр анан бүт орыс тилиндеги маалымат булактарына чыкты ошон үчүн ушуга байланыштуу бул маселени биз анан кийин тиги жанагы келтирилген цитаталар да орус тилинде ошон үчүн биз муну орус тилинде бүгүн кепти орус тилинде жүргүзөлүк кийин анан кийин котормо туура болбой калды деп бизди күнөөлөбөсүн Будем вести речь на русском языке, потому что вопрос этот, он вышел за рамки республики, он приобрел евразийский масштаб. Это вопрос о хайтарских событиях 7-8 августа 2019 года и государственной комиссии по изучению вот этих событий. Значит, сначала так. Госкомиссия представила свой отчет. Это два с половиной сентябрь, октябрь, ноябрь, три месяца, три с лишним месяца это исследовалось, и вот наконец-то этот отчет представлен Джо Генеши, начались, ну еще не закончились они, но уже начались прения. Обсуждение. Начался обсуждение этого. И, значит, в этом отчете интересные моменты все отражены. Ну, как они интересны? Это трагические моменты. Это, значит, убийство и снайперской винтовки подполковника спецназа. Это захват заложников. Это десятки граждан и сотрудников правоохранительных органов, получивших тяжелые ранения, средние тяжелые и это ну, событие, взбудоражившее общественное. Во всяком случае, на территории Евразии такого еще не было. Такого еще не было. Значит, все расписано по детально, по минутам даже расписано. Ну вот момент, и то, что здесь почему-то большой акцент делается на слова министра внутренних дел Хашкара Дюншали. Его просто цитирует, как будто это Маркс Ленин. Его вот цитирует его слова а его слова не соответствуют фактам. Факты говорят совсем о другом. Вот, например, Джунушалиев говорит, вот пишет, поясняет, Джунушалиев поясняет. Он поручил Асанову обеспечить охрану снаружи. Асанов это его заместитель, генерал-майор, Курсан Асанов. Охрану дома. А сам вместе с заместителем Розалиевым значит, прорвал заблокированные ворота, расчистил двор, вошел в дом Атамбаева. Он вошел в дом Атамбаева, но на видео никто не видел, как он входил, как он расчищал, как он ходил, никто не видел. Потом предложил ему сдаться и дал время на раздумье. Два раза с ним разговаривала Кассе. а потом из-за того, вот тут они пишут так, а потом из-за того, что в доме ощущалось действие примененного, газа, значит, газ применен был там, следовательно, газа, они вышли на свежий воздух вместе с этим Розалиевым. А в это время, вот пишут опять, в это время Асанов самовольно, без разрешения министра, вошел в дом, начал переговоры с Атамбаевым. Он должен был спросить разрешение, оказывается, Атамбаев, да, дайте возможность вести переговоры. Попросил потом одного, а, а, Асанов, значит, попросил одного из командиров подразделения снять на видео мобильные телефоны свои действия. После этого, войдя в помещение, где находился Атамбаев, стал гарантировать ему безопасность. Затем, взяв руки в руки винтовку, передергивая затвор, изъял патрон из патронника. Все, цитата кончается, и все, больше ничего нет. Дальше что было? Что было дальше? Мы видели на видео, что это было дальше, но в заключении комиссии этого нет. А... Потом пишут они, пишут. Асанов пытался незаметно вынести из дома пакет с неустановленным содержимым, но данный факт был зафиксирован на видео». То есть как он выносил, пытался вынести, был зафиксированное на видео. Да? Затем через своего помощника данный пакет он передал своему сыну, который, по словам Асанова, убыл за границу. А точнее, как по информации прокурора, сбежал, военного прокурора, сбежал из страны. Но данный факт не зафиксирован нигде. Как он передавал пакет, не зафиксирован. Но зато зафиксировано другое, как этот самый розовый пакет фигурировал в той съемки, которая шла во дворе МВД, когда их туда привезли. Он был в руках Джол Дубаевой, помощницы Атамбаева. Потом она с этим пакетом прошла в здание, внутрь здания МВД. То есть, значит, она, наверное, шла в кабинет министра. Далее, на заседании, когда начал рассматривать этот вопрос, на заседании Джорка Генеша, военный прокурор вот это и сказал. Следователь военной прокуратуры, представитель военной прокуратуры сказал о том, что, значит, пакет был передан сыну. По его логике, получается, что пакет, значит, сын увез за границу. Нету пакета. И в то же время, когда задали вопрос, представителям МВД сказал, что пакет находится у них, в следственном отделе. Что это за билиберда? Другого слова здесь не подберешь. Абсурд. Так где пакет? Мы знаем, что пакет по видео, на видео этот розовый пакет попал в здание МВД. Значит, представитель МВД говорит правильно. Он говорит факт, что пакет находится в следственном отделе МВД. Так, они два ведомства могут разобраться, где все-таки находится пакет, непонятно. Так, дальше. Самый главный момент из этих событий почему-то уж не попал в заключение комиссии. Самый главный момент это тот момент, когда Атамбаева вывели из здания. Главным персонажем этих событий был Атамбаев. И главным виновником, и главным персонажем, главным героем был Атамбаев. Как его выводили из этого здания, все остальное расписано по минутам. Но как его выводили из здания, нет нигде в отчете, нет, я не нашел. Его вообще выводили из этого здания или нет? Или он там задохнулся газом с лизачивом? Куда он делся, Атамбаев? Из-за из что-то не, 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 непонятно? Это называется Тазбаймат. У Крыгозова был такой персонаж тазбаймат, когда он считал войско, войско монаса, считал, считал самого Манаса забыл посчитать. Вот это называется тазбаймация. А главный главный момент они главный момент они упустили, они не зафиксировали. Если бы они зафиксировали этот главный момент, что в такое-то время, точно время там есть, в такое-то время начал переговоры Курсан Асанов, провел столько-то минут или там час, полчаса провел переговоры, потом вывел, вывел из здания, из третьего этажа здания, вывел на улицу во двор Атамбаева. Курсан Асанов, генерал-майор Курсан Асанов вывел его оттуда. То есть, получается, это фактически значит, он его обезвредил. После всех вот этих событий, после вот убийства подполковника, там взятия в заложники, все это, после этого, это на второй день происходит, восьмого. Он его вывел оттуда. Этот факт не зафиксирован. Если бы этот факт зафиксирован, то все остальное тогда было бы нелогично. Все эти цитаты из Джуну все эти цитаты из Опумбаева, они были бы нелогичны. Они бы гроша ломаного не стоили. Если бы это зафиксировали, но это не зафиксировали, как будто никто его не выводил оттуда. И где он сейчас находится, тоже непонятно, заключение комиссии. Разбойматство получается, разбойматься И вот теперь, значит, вывод делается. Кто виноват? Что делать? Вот прям такой заголовок газеты «Дело номер», это влиятельная газета, дала, значит, такой материал на две полосы об этой, за, о результатах работы комиссии и вот вопрос, кто виноват и что делает. И теперь отсюда получается, на эти вопросы, говорит газета Пишет должна была ответить госкомиссия, но она не ответила на эти вопросы. Кто виноват и что делает. Получается, что виноват Курсан Асанов за то, что он вывел Атамбаева из здания, передал его в руки правоохранительных органов, и в данный момент он находится в камере ГКНБ. Следствием изоляторе Госкомитета нас безопасности. Вот виноват Курсан Асанова вот за это. Дальше что делать? Что делать? Ну, получается, по логике, что надо делать? Надо просто Курсана Асанова сейчас посадить в камеру вместе с Атамбаевым, и пусть там они играют друг с другом в прятки. А что иначе? А какая логика здесь заключает этой комиссии? Если он виноват, главный виновник, он помешал министру, Джону Шалиеву, главе ГКНБ Опумбаеву выполнить свою миссию. Он выполнил эту миссию, помешал им это исполнить. Они это не смогли исполнить, он исполнил. За это, значит, он виноват, его надо наказать. Так и наказывается это его, уголовное дело возбудили-то на него. Он сейчас под домашним арестом находится. Сначала там написали, что значит, он предал интересы милиции. В госкомиссию это не вошло, потому что если написать интересы милиции предал, то надо доказывать это дальше. Клара Шорогулова сделал особое мнение на там на десяти страницах на русском языке написано вот особое мнение и на значит здесь 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 есть в этом мнении есть все что главное кроме главного опять же главного факта вывода главного персонажа был ли мальчик как говорится был ли Алеша? он пытался он что делал там он остался за портом что ли где он остался главного нет главного нет Автор выполнения задачи оказался под арестом. Вот суть в этом. Именно Курсан Асанов оказался под арестом. Если бы в заключении написали просто честно, честно, на основе фактов, тут не надо ничего придумать, написали бы так. Миссию по обезвреживанию Атамбаева выполнил генерал-майор Асанов, заместитель министра внутренних дел. Вот так, если просто записали бы. Но этого нет. Главного факта нет. С арены они убрали. Но они с истории же убрать это не могут же. История же не прощает фальши. Она же осталась же в истории этот факт. Что теперь с этим делать? Что сделал вообще там Асанов? Непонятно. Если он совершил вот это все, что он там делал? Он вывел Атамбаева Тамбаева или спрятал его пакет с а теперь, оказывается, в этом пакете были зарубежные счета. Вот сейчас в интернете это опубликовал свое, значит, мнение генерал-лейтенант Исмаил Исаков и говорит, там зарубежные счета, оказывается, Тамбаев. Он видел, наверное, эти счета. Или где эти счета тогда? Если они в следственном в этом пакете, то почему об этих счетах не говорит представители представителей МВД? Что за счета? Асану что хотел с этих счетов снять деньги, что ли? Вот такие вот дела. Значит, теперь смотрите, кульминация вот Крымская газета, значит, фабула пишет, какой-то кульминация, где она ген, 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 генерал до это значит кульминация в какой-то шее и продажа генерала. Продали генерала, получается, да? Э, ну, во-первых, здесь говорится о том, что министр МВД это не главный персонаж, это не кульминация этих событий, не главный персонаж. Япумбаев тоже не главный персонаж. А кульминация здесь в том, что вывод Атамбаева из здания, где он сидел, где он устроил бункер вывод Атамбаева от оттуда это и есть кульминация этих событий. Потому что все, что было до этого, это предыстория, это развитие событий. А кульминация в том, когда его вывели, когда его обезвредили. И вот этот факт самый главный кульминационный факт, комиссия не отражен. Вместо этого цитаты и предположения. Вот все, что я хотел сказать по этому вопросу. На этом закрываем тему. Значит, а в следующем году, если будет продолжение, мы продолжим это уже дальше. По, по мере поступления, по мере развития сюжета этого сюжета, с кульминацией, с развязкой и так далее. Все, спасибо.